А я думал, будет белка арбуз есть или не будет. Меня попросили купить арбуз и посмотреть. Специально подонатили на арбуз. Вот я купил арбуз, посмотреть будет. Мне самому, кстати, интересно, будет белка есть арбуз или не будет. Оказывается, будет, пожалуйста. Ну, много она не съест, конечно. Злодейка. Вообще, арбуз для белок. Ворона не знает этого. Он злодейка. Ну зачем уронила она? Хочу, говорит, отнести домой, говорит, кусочек. Вот какие вороны злые, а? А белки не стали есть арбуз. Ну там чуть-чуть одна, нет, две белки за целый день. Чуть-чуть там поели и все. А первая же ворона, вон, пожалуйста. Вот злодейка какая. Не понравилось, говорит. Похоже на мясо, говорит, но что-то вкус другой. Что-то не то.